Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Так, поехали, давненько мы с вами не снимали по ней видосиков, вы мне пишите, где. Вот, ребят, сегодня как раз и снимаем. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Да что смотреть, давайте начнем с задания, естественно, ребят. Так, приступаем. Получаем и вот здесь вот все наши подарочки, отлично. Так, жетончик мы заработали с вами. Подарить 5 сердечек друзьям. Давайте сразу же отправим, получим. Что у нас здесь? Давай, босса, босса давай. Ну, блин, ну ладно, хорошо, пускай так. Здесь у нас ничего, тишина. Забираем еще один жетончик. Так, играть в лотерею 2 раза. Ну, у нас как раз 2 жетончика, да? Давайте крутанем. Ай-яй-яй-яй-яй, не успел, не успел. Хорошо, давайте обновим. Блин. Обновил, думал, что-нибудь хорошее будет. Нифига. Тот же самый лутец. Генерал скелетов. Так, давай еще раз крутанем. И подвесочка. Хорошо. Так, здесь тоже выполнили. Так, выполните 2 задания таверны. Таверна, что у нас тут? Так, 4-звездочное задание есть. Так, погоди-ка. Использовать. Использовать у нас не получится. Ой, погоди-ка, давай вот так вот сделаем. Посмотрим. Ух ты, 5-звездочное задание. 4-звездочное. Ой, красота, ребят. Так, ну а эти, наверное, мы с вами моментально завершим, да? Потому что нам нужно завершить задание, ведь так? Отлично здесь. Давай-ка вот это задание еще выполним. Бесплатно, конечно же. Все, по-моему, нет. Еще одно задание. Подарок черного камня. Нечего, как говорится. Давай бесплатно, да, бесплатно завершим. Ну, хорош, ну вот как всегда, ребят. Как только начинаю играть, сразу идут сообщения. Вроде бы все. Так, получаем. Изготовить 3 снаряжения. Ну, это проще всего, ребят. 3 снаряжения, я сейчас гляну. Давайте вот здесь попробуем, может быть, мы сможем с вами сделать ботиночки. Хотя вряд ли. Да, вряд ли. Ух ты, а ну-ка, делаем. Классная подвесочка у нас, ребята, вышла. Сгодится кому-нибудь, можно, кстати, ее одеть. Погоди-ка, что такое? Ну, давай сделаем топорик еще один, фиг с ним. Нам нужно 3 снаряжения. О, даже лук. Лук охотника, да? Так, ну что, вроде бы все здесь. Так, выполните базовый призыв. Также выполнить героический. Давай посмотрим. Бесплатно? Погоди-ка, блин, у меня полным-полно героев. Я не могу, ребят, никого призвать. Что я делаю? Ёлки-палки. Да. Мне нужен, блин, алтарь. Конечно же, алтарь. Ого. У меня здесь все по завязку забито. А с какого вдруг перепуга-то так? Все происходит, а? Кого будем с вами убирать? Естественно, ребят, наверное, вот этих вот. Нафиг они нам не нужны. Вот так. Так, все. Расщепить. Место нужно, ребята, место. Поэтому приходится жертвовать кем-то. Так, зайдем сюда сейчас, по-быстренькому глянем. Так, опыт группы, все, отлично. В поместье, так, наука, наука. Пастыри. Хватает как раз, замечательно, ребята. 9 и 10. А теперь у нас урон священника, да, значит, повышается. У меня очень много пастырей, поэтому, ребята, делаю, как вы просите. Все, прокачался. Так, принять заказ. А у нас, да, этот у нас выполнили. Четенько все. Так, принять. Давайте, ребята, повышать до максималочки. Поехали. Так, и здесь, пожалуй, тоже. Так. И... А, еще разок надо. Все. Ну что, 2 задания уже мы можем с вами делать. Это хорошо, ребята. Так, надо обязательно маленечко пожертвовать. Это все в наших интересах, ребята. Развивать базу. И вроде бы все. Так, наука, рейд. Да, конечно же, нужно еще зайти на рейд, посмотреть. Ой, бад. Смотрите-ка, у нас бадушка здесь. Ой-ой-ой, а что это? А, ну да, правильно. Я же по нему еще ни разу не нанес урона. Поэтому меня в списке и нету. Так, давай посмотрим. Бат и лутец.
Хорошо. Так, я еще могу разочек, да, ребята, по-моему? Да, бесплатно могу рисануться и наказать. Так, а сколько... Блин, я просмотрел, ребята, сколько процентов мы отнимаем. Так, а мы сейчас посмотрим, знаете как, вот. Видите, как лихо, я сразу на втором месте появился. Замечательно. Ладно, по крайней мере, здесь уже все у нас сделано, что надо было. Поехали тогда с вами далее. Так, круг призов, это все понятно. Мы сейчас с вами... Так, выполните базовый призов нужно теперь, да. Погнали. Базовый призов, как всегда, ерунда какая-то. Здесь бесплатный героический. Ну-ка. Фигня. Давай так попробуем. Дружеский призов. Блин. Давай-ка еще разок. А еще. А последний. И все мимо кассы, ребята. Все мимо кассы. Ну и фиг с ним. Так, зарабатываем. Так, сразиться 3 раза на арене. Так, сыграть. Понятно, выиграть 2 раза в рейде. В рейде давайте, ребята, с вами прошуршим сейчас, да? Погнали. Итак, победа 130 тысяч. Ну, давай еще. Еще 130. Замечательно. Так, теперь пойдем сюда. Погоди, погоди, еще перебор уже пошел. Давай вот здесь вот. Кисло. Ну-ка, давай. 3 раза больше. Ага, хрен тебе. Ладно. Так, ну что, теперь на осколочки сыграем. Поехали. Понял тебя. Давай дальше. Да что ж такое, не фартануло как-то сегодня, ребята, у нас. Так, здесь выполнили мы это задание. Давайте-ка за ежедневный вход заберем реворд. Так, 30 брюликов. Так, секунду. Еженедельные ценные подарки. Пока мне это не нужно, ничего. Сразиться, короче, на арене и, ребят, забрать. Так, пакет ценностей, это понятно. Тут у нас всего лишь 1000 я набрал. Всего лишь 1000. А он закончится скоро, ребята, он скоро закончится. Блин, а я так хотел персонажка себе какого-нибудь приобрести. Ну, здесь я приобрел, как видите, 3. Даже, да, 3. Я взял себе... Я уже забыл, как его увеличать-то. Короче, маг, мертвяк, носорог. Хотел, конечно, еще взять... Как его? Даунграунд? Я уже забыл. Вот. И не хватило у меня. Не хватает, ребят, чего? Алмазов. Да, 2000. Ну и, соответственно, тоже 5-звездочных героев не так легко найти, тем более на свет. А здесь, по-моему, на тьму надо, да? Ну да. Тоже нету. То есть можно было вот этого вот получить. Так, 4 героя. И здесь 1. Ну, не хватает, ребята, буквально 1 героя нам. 1 4-звездочного героя. Ай-яй-яй. А так могли бы его поднять. Слушайте, а мы же можем с вами взойти в рюкзак. Подожди, 4-звездочный, да, нужно там. Так, а если я, например, сделаю вот так вот призыв. Ах, там нужен воин. Там нужен воин, ребята. Там нужен воин фракции огня. Ниши шарики у меня не получится, по ходу дела. Ай-яй-яй, печалька. Блин, фигово. А можно было бы вполне, ребята, получить его, да? Можно было бы. Этих-то хватает. Оу, поехали. Опачки. И здесь, ну я думаю, вот этот вот. Вот этот. Хотя нет, давай. Вот незадача. Так вот, можно Дантериана этого сплавить, да? Погоди-ка секунду. У нас будет их 2. Давай этого вот, Густа, по-моему, да? Обменяем. Мне нужен комплект вот этой вот брони, ребята. В принципе, пофиг мне на него, на самого. Вот комплект, это хорошо. Да и то не полный. Ну и как бы осталось 2 героя, но это, ребята, не судьба. Не получится у меня их получить. Так, хорошо, давай теперь... Как же тебя звать-то, я забыл уже. А, Камус, ребята. Не знаю, хорош, не хорош, но вот раскачал я его. Так, одеть снаряжение. Вау, броньку он себе схапал, а? Так, подожди, мне не надо вот эту вот фигню, которую ты все время одеваешь. Надо, кстати, прокачать мне...
Кстати, скажите, ребята, вот какой артефакт лучше всего качать Камусу? Сила атаки, вред к солдату? Может быть, сила... Нет, сила магии не надо. Хотя вред магам... Фиг с ним, пускай будет так. Что у нас еще? Так, ну смотрите, вот носорог у меня есть. Густо этот. Выросла капуста. Подождите-ка, а у нас с вами два, да? Два дентриана становится, по-моему. Сейчас, секунду, мы посмотрим с вами на круг созидания. Круг созидания. Дентриан, ты где? А, он здесь не улучшается, по ходу дела, да? Дентриан не... Нет, подожди, вот он улучшается, ребят, что? И все, да? У нас только один пятизвездочный. Да, хотелось бы... А, погодите, да что ж такое-то, ребят? Что ж такое? Он же у нас где? Он у нас должен быть в рюкзаке, по идее. Если я не путаю ничего, да? Вот он. Призвать. Хорошо. Так, идем с вами в круг созидания. Ну что, Дентриан, давай, наверное, мы тебя призовем, точнее, сделаем тебя шестизвездочным. Хотя это корм, но фиг с ним. Так, сюда. Барак пойдет. Пойдет у нас и Густо сюда же. И вот так вот. Поехали, синтезирование. Хопа. Замечательно. Оба, оба, оба. На, что мы получили-то? Прикольно. Так, ну что же, забираем все, что заработали. Камень хаоса, видовская пыль, золото. Круто. 4 ляма золота получили. Слушайте, это что за задание-то такое у нас было, а? Оу, кстати, Лига Хрустальной Короны. Нам осталось всего лишь 5 боев сделать, и будет у меня 100 интегралов. Ну-ка, ся, где? А, я, у меня, по-моему, нету билетов, ребята. Сейчас посмотрим. Черт подери, нет билетов, ребята. Ай-яй-яй, как же так? Ну-ка, давай быстренько бежим с тобой в таверну. Да какая, блин, таверна, ядрен батон. На рынок. На рынок, конечно же. И смотрим. Смотрим с вами внимательно. И видим. И видим, и покупаем. Дорого, наверное, да? В три дорого взял, ядрен батон. Ну да ладно, фиг с ним, ребятушки. Так, где мой, блин, вот она арена. Давай вступать, конечно же. Ну, 5 боев надо сделать. Ну, что такое? 5 боев всего лишь нам нужно сделать, ребята, и задание будет выполнено. Поехали. Проскакивание боя, это само собой. Это тут не интересует. Так, мы с вами получили души. Давай дальше. Поехали. Так, опять же у нас победушка. И последний. Подожди, какой последний? Нам нужно 5 боев, да? Хорошо. Так, давай еще на запасик. На запасик. И последний, ребята, бой. Поехали. Так. Все. Все, ребята. Задание выполнено. Забираем. Оу, монеточка. Так, монетка суперская для лотерейки. Давайте, ребята, сразу же с вами рванем и крутанем. И посмотрим, что здесь у нас, кстати, во-первых, будет разыгрываться. Смотрим. Так, 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 так. Ну, в принципе, неплохо, я считаю, да? Стопудово сейчас говорю. Либо выпадет нам свиток, либо выпадет призов. Короче, давайте смотреть. Или обновить разочек. Давайте бесплатно обновим. О, у меня 3 монетки, ребята. Так. Ну что же, хорошо. Давай крутить, смотреть, что нам будет выпадать. И да, неплохо, я вам скажу. Поехали дальше. Оборотня нам тоже нужно качать все-таки. И... Так-так-так-так-так. Блин, 1,5 ляма, ребята, выпало нам. Давай, еще разок. Может, что-нибудь хорошее на этот раз? Что-нибудь такое стоящее? Ай, ладно. Ладно, не повезло нам сегодня. Так, ну что, получаем еще 2 билетика. И пойдем в компанию, зайдем, глянем, ребята, что у нас там. Ну, уровень вряд ли мы получим. Так, что у нас по трофеям здесь? Кисленько все. Так. Свободный остров, естественно, нужно нам посетить. Так, мы здесь все с вами забираем. Погоди, повышение. А почему бы и нет? Давай повысим. Получить 17 брюликов. Так, получить еще нам
Ну, полляма монет. Так, отлично. Ну, а теперь давай посмотрим уже на сам континент. Так, сундучок один есть. Что в нем? Что в нем? Так, 14 брюликов. А вот в этом сундучке что? 11 брюликов. Так, еще один сундук оказывается здесь, а? Так, 22 тысячи, это херня. Ну что, ребят, давайте тогда быстренько с вами рейдиком пробежимся, да? Пробежимся здесь рейдиком. Так, так, так. Я вот даже не знаю, ребят. Черт его знает, блин. Кто здесь хорош, кто здесь плох? Оу. Офигеть, мы даже не смогли пройти. Это меня не устраивает. Вы уж извините, ребята. Но так дело не пойдет. Так, 5 еще нарциссиков мы с вами подобрали. Да, мы пройти-то, может быть, пройдем, но вряд ли мы... Нет, на босса у нас не хватит, ребята. Давай так. Ну-ка, да, все, полный... Один нарциссик остался для босса. Рейд. Блин. Причем это змея, да, у нас? А ну-ка. Так, понятно. Ну, в принципе, здесь все, ребят. Здесь мы закончили. Закончили, поэтому можно отсюда спокойненько уходить. Так, у нас есть испытание храбреца. Башня, осиновое подземелье. Опять близко. Что ж такое, я вроде тогда заходил, да? Было близко, и сейчас заходим опять близко. Все близко и близко, где же будет? Уже, так, смотрим, ребята. Здесь нам осталось 45 интегралов получить. Но, хотя... Не знаю, ребят. Проблематично. Задание таверны. Опять у меня, как всегда, мимо кассы это все дело пройдет. Угу. Не хватает, ребят, терпения накопить у меня вот эти вот задания, чтобы можно было их сразу все выполнять. Не хватает. Давай. Блин, оборотня забыл включить. Да и фиг с ним. Так. Испытание храбреца, ребят, да? А может быть... Кстати, здесь я тоже маленько продвинулся. Как видите, уже я на 210 этаже. Но вот с этими ребятушками я справиться, к сожалению, не могу. Давай посмотрим, как это у нас дело происходит. Крепки, крепки, ничего не могу сказать. Подожди, какой хрен ты поставил тоже его? Не там он стоит, ребят, не там, где нужно. Так, змея. Оу, задний ряд снесли. Такого не было давным-давно, ребята, чтобы задний... Ой, какие же они сильные, а. Ты посмотри. Мы даже никого не можем, блин, застанить. Ну, один упал. Ну, давай хотя бы вот этого про... Офигеть, да, ребята, они вообще, они жесткие. Я не знаю, как вообще с ними можно здесь справиться. Свет. Против света только... Тьма, типа, хорошо действует. Но у меня нету тьмы. Тем более прокачанной. Так, ладно, ребята, я пошел, короче, на испытание храбреца. В бой, испытание Берри у нас здесь идет. И... Поехали. Выбираем свою команду. Так. Ну, давай мы сделаем так, так, так. Предположим, и вот так вот. Хотя, наверное, лучше вот так сделаем. Да ее просто не так, а вот так. Блин, оборотня забыл включить. Ладно, здесь мы и так пройдем. Я забыл еще поставить, да, пропуск. А, здесь пропуск никак не сделаешь. Ну, давайте, давайте. Так, немножко ошибся местами. Кэрри нужно убирать отсюда. Надо вместо его нормы поставить, потому что он будет падать иначе у нас. Так, поехали в бой. Давай-ка мы вот здесь вот местами поменяем. Так, и, естественно, включим оборотня. Блин, ребят, нечаянно вот сюда нажал. Участвовать в бою еще и активировал его, блин. Паршиво получилось, короче. Кстати, а мне нужно будет посмотреть еще на моих оборотней. Посмотреть, как у них там идут дела. Может быть, я могу проапать маленько, а? Хотелось бы. Так, ну что, давайте здесь по-быстренькому пробежимся. И, может быть, Дентариана поставить, посмотреть, что он из себя представляет вообще, а? Качать-то его, наверное, нет смысла. Вы, ребята, если что, мне напишите в комментах. Есть ли смысл качать Дентариана? Потому что, по-моему, он корм у нас идет. Так. Давай здесь теперь.
Пробьем. Ну, все легко и просто здесь идет. Блин, ну как же меня все-таки в башне убивают вот эти вот ребята. Рыцари, рыцари света, блин. Хрен их пробить, а? Че бы ни делал. Причем задний ряд падает, да, а передние воины стоят. Может быть, нам стоит прокачивать артефакт на урон рыцарям? Я думаю, что от этого будет какой-то толк. Если что, опять же, ребята, напишите мне в комментах. Есть ли от этого толк, чтобы прокачивать артефакт против рыцарей? Или воинов? Нет, по-моему, это все-таки рыцари были. Так, ну ладно. Ого, нифига себе, тролль ледяной. Ты что, можешь хиляться, что ли? Точно, ребята. Или кто-то хиляет? Да, это не важно. Разбомбили, вот и все. Так, ну что, уже шестой, ребята, этап у нас. Мы с вами довольно неплохо идем. Здоровье у нас... Здоровье у нас полное. Так что все хорошо. Получаем чешуйки. Как я вам и говорил, что чешую я буду копить, ребята, на вторую карточку Кэрри. Ты достал уже гнома, а? Так, без лица. Все, отдыхают. Так, нормулька. Сколько у нас вообще? 12 тысяч, а нужно нам 45. Ё-моё, еще сколько? Сколько нам пыхтеть и краптеть, ребята? Но все равно я не буду тратить их. Потому что говорили, вообще-то, лучше тратить их на осколки для нашего оборотня. Ну, я, наверное, все-таки Кэрри. Хотя, если нам выпадет где-нибудь Кэрри, ну, мало ли, может быть, мы в рулетке его вытащим или еще где-нибудь, то, конечно же, я буду покупать уже на своего оборотня камни, шарды. Так, ну что, поехали здесь. Ой, да что это такое-то? Вообще не знаю. Что это за ересь стояла? Блин, деньги, деньги. Так, ребят, мы уже с вами на 10 этапе. Обычно мы ходим, доходим до последнего, предпоследнего, там начинаем сдуваться. Причем довольно быстро. Так. Вот ты смотри, какой гном крепкий, а? Бам, бам. Только и получает звездюлей от нас, да? Удар Вентирон, или как он там? Пуф. Так, смотри, что, рисанулся? Слушай, неплохая способность, да, ребята? Резаться воину. Так, отлично. 11-й этапчик у нас. А почему они такие в ауре, в какой-то в зеленой прям? А, это, видимо, ребята, он включает этого. Оборотня себе. Какой он... Ты посмотри, какой чувак, а? Тихо, 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 ребятули. Успокойтесь, пожалуйста. Не надо тут буянить. Я тебе сказал, никаких буянств. Жарь их, кобра. Е! Ну, вот так-то. Вот что делает, ребятушки, моя змея. Просто пух, и все, и они валяются. Так, 12-й этапчик, ребята, 12-й этапчик. Тут что-то как-то мне не нравится все это. Так, здоровье пока у нас в норме. Поехали. Так, рыцари слишком дохрена тут у него, смотри. Так, ну у нас есть хилы, поэтому, ребят, тихо. Должны здоровье восстановить себе. Блин, как-то вот мало у нас здоровья восстанавливается. Давай, падай, 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 рыцарь. Я. 105 чешуек уже получаем с боя. Фу, это не хухры-мухры. Ой, родной, ты у меня один здесь. Так мы же тебя сейчас распишем. С полтычка просто-напросто, даже пикнуть не успеешь. Вот так вот, ребята. На халяву, грубо говоря, мы с вами на халяву сейчас прошли. И предпоследний, ребята, этапчик. Ах ты. Ой, как я ненавижу вот, ребята, вот эту вот тьму, блин. Сейчас будет больно. Поверьте мне, будет очень больно. Ладно, посмотрим. Лутец тут еще, блин, 133 уровня. Не-не-не-не-не-не, так не пойдет дело. Ай, ай. Ну, да чтоб тебя, да ядрен батон. Лутец, а почему ты такой крепкий? Так, ну. Задний ряд. Ах, у него тоже кобра. Ты посмотри, а. Ты посмотри, рос упал. Да, ребята. Хорошо, у меня, надеюсь, еще найдется запал. Так, в бой. Давайте-ка заберем отсюда кого? Камуса можем взять. Так, охотник на драконов. Ага, вот так вот. Попытка, как говорится, не пытка, ребята, да? Фу, поехали, посмотрим. Будет жестко сейчас.
Так, смотрим. Слушайте, ну Дентриан, он как-то... Да что такое? Кто его хиляет-то постоянно? Е, одного убили. Ну, жарь! Е! Слушайте, тут победа, по-моему, за нами будет. Так, хорош своей коброй тут баловать. Давай-давай-давай, ребята, пробиваем мага. Он в стане. Е! Так, ну-ка, отлично. Давай-давай, должны справиться, ребята. Есть! Мы проходим с вами полностью. Полностью. Вот так-то, ребята. Фу, и, соответственно, все сундуки наши. Ох, ох, как хорошо. Да, тысяченочка, ребята. И плюс 750к в голде получаем. То есть, смотрите, у нас уже 14 тысяч. Приближаемся к карточке для кэрри. Отлично. Ну что, здесь, ребята, все мы с вами выполнили. Так, желающих вступить. А, кстати, да, вы же писали показать вам айдишник. И какой сервер, да, ребят? Я уже, по-моему, показывал уже неоднократно. Вот айдишник, ребята. 789 40 279. Вот так вот. Как его, клан называется Легион. Все. Так что пишите. Или что вы там хотите. Подарки присылайте, я буду очень рад. Так, я не понял, а что это у меня? Так, секунду, я своих бойцов еще, оказывается, не приодел. Воу. И хотел, кстати, да, ребятушки, сейчас, секунду, еще хотел я у вас кое-что поспрашивать. Смотрите. Так, сейчас я все тут одену, не одену, посмотрим. Так, погоди, погоди, подвеска у Роса мне не нравится. Давай мы заменим. Вот так вот. Отлично. Так, здесь можем заменить? Ну, давай заменим. Так, и вроде бы больше... Все. Да, я знаю, ребята, что у меня идет не сетом вся эта ерунда. Сет, конечно же, намного лучше. Он дает прибавку офигенную. Все как-то у меня в разнобойку, в разброску. Так, что мы здесь можем поменять? Ботинки. Ну ладно, давай вот так вот сделаем. Почему он постоянно вот этот свиток влепляет всем? Неужели он такой крутой? Так, а вот этот вот Эдгар Носорог, как он? Как воин? Фуфло или нормуль? Так, ну у него, ребята, неплохо, так смотрите. Дерзкий Эдгар. Так, пассивный навык, если герой находится на последнем ряду, можно повысить себе 20% атаки, 30% на крит и точности. Но это на последнем ряду. Воин на последнем ряду как-то, ну не, он же должен всегда стоять на первом. Так, активный навык. При атаке наносится 132% урона двум врагам и восстановление здоровья в размере 90% от нанесенного вами урона героям. Обязательно попасть в цель. Яростный рев. Это уже пассивка идет. Если его жизнь ниже 80%, вся атака повышается на 18%. Урон навыками повышается на 18%. Длится 5 раундов. Слушай, такой неплохой, да? Чепушило. Ладно. Все равно жду от вас комментариев. Если что, пишите, ребят. А, да, у меня свет звезд. Две штуки, пятизвездочный. Не знаю, куда-нибудь пойдет Амос. Тоже хотелось бы узнать про него. Пока его не трогаю. Эмили. Погоди-ка, а я разве Эмили не качал? Погоди-ка секундочку. Или это у меня уже другая Эмили? Так, секунду. А у меня что, две Эмили, что ли, пятизвездочные? Точно, ребята. Я даже сам не понял, а когда я вторую Эмили-то получил? Лутец. Так, два кальмара у меня. Так, секундочку-ка. Я, может быть, что-то могу здесь уже сделать в круге-то, созидание-то, ё-моё. Так, давай-ка посмотрим. У меня Эмили, да? Сколько нужно? Две пятизвездочные... А, у меня не хватает, ребята, вот этого вот Дуримара пятизвездочного. Я так понимаю, это пастырь у нас какой-то тоже. Слушайте, а было бы прикольно, да? Чёрт, а тут нужно еще потом три героя. Ну ладно, гнома, например, бы я сплавил. Я не знаю, вот этого можно было бы... Блин, все равно надо. Слушайте, я думаю, что стоит Эмили все-таки качать на 6 звезд. А вот насчет этого что-то как-то не уверен. Айсблинк, так. Ну, Валю-то понятно, только... Для Вали попробую выбить еще карточки. Так, ну что, ребят, вроде бы как здесь и все, да? Что у нас тут? Мы можем с вами попризывать героев с 3 звездами. Аж 89 штук.
Офигеть. Этот носорог нам не нужен, но хотя на кормежку, ребята, пойдет на сплав. Что мы еще можем с вами замутить-то такого, а? По-моему, ничего больше. Так, я зайду в монстров и, ребята, гляну своего удавчика. Да? Я... Ой. А, нет, нормально, нормально, нормально. Фу. Думал, лопухнулся. Нет, все отлично. Да вы смотрите-ка, 49 уровень получает он у меня. Красавец, красавец, ничего не могу сказать. Так, здесь повышает жизнь и атаку на 6%. Давай. Еще могу. И еще. Оу. 11 уровень. Хм, красава. Так, теперь будем еще лучше жарить. А может быть мы с вами попробуем... Да нет, здесь навряд ли мы пройдем. Ну, еще одну попыточку, ребята, я сделаю. Может быть, убрать отсюда и поставить... О, я даже не знаю. Вы сказали, что... Подожди, а может быть вот так вот сделать? А он у нас не одетый. Хотя, хрен с ним. Давайте попробуем, ребят. Просто посмотрим, как у нас тут произойдет все. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, какой ты никчемный, а? Какой он был, ребята, никчемный. Его так быстро расписали, что даже нет моих слов. Ой-ой-ой, норму. Пью. Так, ну смотрите, мы с переднего ряда одного-то убрали уже, ребята. Е! Ну-ка! Давай, давай, вот этого! Е! Неужели... Неужели мы пройдем сейчас? Есть! Ребятулечки вы мои! Вы сейчас только что видели, как я одолел. Причем чисто случайно, несмотря на то, что даже Дентриана просто в первом бою положили в люлю. Но прошли, как-то фартануло. Видимо, кобра... А, может быть, то, что я змею свою маленечко прапал. Вполне может быть такое. Так, давайте, ребята, дальше пойдем с вами по этажу. У нас с вами... Ой, 165-е чувачки. 211-й этаж. Воевать. Уберем мы этого Дентриана отсюда. Мне не нравится. И, наверное, я поставлю Кэрри все-таки. Поехали. Давайте смотреть. Ну, главное, что со светом мы разобрались с вами. Так, а здесь у нас, ну, не очень такие мощные ребята здесь. Ой, хотя, почему, блин? Твою дивизию. И, ребят, я Кэрри поставил в первый ряд, а он, сами понимаете, лучше норму ставить. Ой-ой-ой-ой-ой, что это? Что это происходит? Да что такой крепкий-то ты, а? Я ему не могу пробить, ребят. Ну, есть. Берри упал. Давай вот эту вот хламонку. Ну, да... Я, она сама упала. Ух, ха-ха-ха. Повезло. Но это не дело, ребят. Норму надо менять местами с Кэрри. Что за фигня? Так, тут у нас кто? Густо? Выросла капуста. Так, давай вот так вот мы поменяем все это дело. Ну-ка, нафиг. А то он у меня даже пикнуть не успел, как его отправили в люленьку. Вот, сейчас будет уже совсем по-другому у нас. Так, Густо, кто тут у нас? Да, в принципе, тут ересь, ничего страшного нету. Вообще. Бьют они сами по себе мощно, потому что у них, извините меня, уровень уже слишком большой для меня. Ой-ой-ой, Кэрри опять упал. Да что он такой ватный-то? Может быть, его как-то одеть надо, я не знаю. Так, рыцарь, встань. Пока. Да? Мы опять с вами очень хорошо идем. Так. А если мы Кэрри... Нет. Давай вот так вот попробуем. А почему бы и нет? Ну, надо всякие, ребята, комбинации проверять. Так. Стоим, 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 стоим. Оу, упал. Уже упал у нас, ребята, воин. Тихо, мне не нравится вот это, как тут все идет. Так, встань, да? Мотылек, встань. Это хорошо, ребята. Блин, лучше бы он ее уронил. Ну, е. Потому что она вреднюка еще та. Ну, давай, давай. Мираж упал у нас. И мы с вами проходим дальше, ребята. 214 этажок у нас. Ай, красавцы мы какие. Так, ну что? Вперед из песней. Ну-ка. Так, барак. А здесь, в принципе, ничего страшного нет, ребят. Так, норма моя выстоит. Кстати, вопрос у меня по норме там у меня будет. Блин, не забыть бы его задать. Сейчас, секунду, ребят. Дойдем до предела башни и задам. Покажу, спрошу, для чего и как. И стоит ли это делать. Так, ну-ка. Давай, 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 падает. Ну, змейка, травани барака, сеньора. Эй, упал, распластался.
Фу, слушайте, мне нравится. Опачки, опачки. Нагрудник убитого монстра. Это бронька, ребята. Сколько хпшек дает. Блин, где бы мне собрать такой сет, а? Поехали. Слушайте, а как, кстати, броньку? Ее же можно как-то развивать. У нее вначале одна звезда, потом же как-то 2, 3, 4, 5. Или у определенных бронек определенное количество звезд. По-моему, так, да, наверное? Ладно, сейчас не об этом, ребята. Будем смотреть, как у нас здесь пройдут дела. Вы посмотрите, какой враг уже крепкий. Уже не получается легко пробить. У них слишком высокий уровень для меня, ребята. У меня 100 уровня, а у них 167, да? Куда, как говорится, нам до них? Куда нам тягаться? Но норма моя все-таки молодец, все-таки стоит. Вы говорили, на начальных порах она там это... Да она, по-моему, тут у меня всю игру со мной пройдет. Нагрудник я получил. Отлично, дайте-ка я хотя бы посмотрю, можно его кому-нибудь всандалить. А я про Дентриана, ребята, удивился, почему он такой ватный. Он же у меня не прокачан, у него всего первый уровень. У него 6 звезд, но у него первый уровень, поэтому он такой ватный и упал. А, да, кстати, заодно сейчас и спрошу вот у вас, ребят. Смотрите, такая есть фишка, да? Вот, пробуждение героя называется. Смотрите, свойство повысит 20%. Свойство повысит, чего 20%? И повысил ранговый предел до 160. То есть до 160 уровня я смогу ее прокачивать, да? Но для этого нам нужно 4 5-звездочных героя фракции огня. То есть я хотел спросить, стоит ли вот этим заниматься, тем более для нормы? Все равно она у нас, как говорится, потом пойдет на корм или куда. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментах, буду очень рад. И напишите, для кого желательно вот это вот делать. Ну, я, в принципе, догадываюсь, для Вали, для Кэрри это, наверное, будет более-менее актуально, да? Так, смотрите-ка, здесь мы можем с вами заменить. А что он поставит? Ой-ой-ой, неужели это от сета? Это, ребята, от сета. Лук убитого монстра, нагрудник убитого монстра. Смотрите, у нас здесь процентов жизни идет. Слушайте, а стоит ли нам ставить это на норму? У нас же есть более-менее такие достойные персонажи, которые наносят довольно нехилый урон, потому что норма по урону не особо, да? Она больше, как сказать, держит удар, а вот у нас довольно неплохой урон наносит Вейса. Вот. Так, а мы дальше сравним. Ну, не смотрите, 6528, 6528, запомним, да? О-оу. Да, ну здесь 9500, но она по одной цели, по-моему, бьет. А Вейса все-таки бьет по всем. Я не путаю ничего, ребята, да? По-моему, нет. Или же... Или же вот поставить нам Камусу. Камус сам по себе тоже такой чувак. Довольно свирепый. Я, кстати, видел его во многих топовых... Ну, не топовых. Топовых, блин. Я топового-то еще не видел. Во многих, короче, комбинациях я его видел. Многие его с собой берут. Мне кажется, что он, наверное, хорош. Может быть, не на 6-7, там, а может быть, на 9, на 10 звездах. Ладно, ребят, неважно. Давайте с вами будем и покорять 216 этаж. Поехали. Покорять! Ну, а почему бы и нет? Так, у нас тут нежить. Да, ребята, нежить. Насколько я помню, с нежитью у нас, по-моему, все нормуль. Мы их разбираем, причем довольно легко. Так, травим. Ага, минус. Ну все, ребята, сейчас ряды будут просто рассыпаться у нас на глазах. Отличненько, так. Давай, 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 добили. Нормуль. Все отлично, ребята, у нас получается. Опять ты. Ну что ж, блин. Вот здесь, наверное, мы с вами издуемся. Да, скорее всего. Так, медвежата у нас еще здесь. Так. Ах, тут у нас ближники, да? То есть воины простые. Тут даже не маги, не стрелки. Ой, ну тогда извиняйте. Тогда уж извиняйте, родные мои. Придется с вами немножко тут разобраться. Если бы вот под такими танкулями задний ряд состоял бы из магов или из стрелков, естественно, мы бы уже давным-давно валялись бы. В ногах в пыли валялись бы, елки-палки. Ну, а тут, извините, подожди, мы успеем? Нет, мы успеем. 5-й раунд всего лишь. Дается нам 15 раундов, по-моему, да? Как в зомби-страйк. Так, ну что же, отличненько. Прошли. Опять густо. Лимон и густо у нас здесь. Слушайте, ну это у нас тоже, в принципе, ватненькие чувачки. Должны с ними разобраться мы. Хотя лимон там что-то выделывается. Так, тихо, тихо, в стан загнали Вейсу.
Ага, а мы зато в камень превратили. Хе-хе. Причем это сделал Камус, ребята. Он у нас превращает в камень. Так, тихо, не надо. О, кобра, отлично. Все отличненько у нас здесь, ребятули. Все великолепно. Прям вот как нельзя лучше мы прошли. Слушайте, мы сегодня с вами что-то в башне разгулялись, да? Так, ну-ка давай попробуем дальше. Так, тут у нас, ага, роботы, да? Ну-ка, тихо. А, все тоже ближники, нет, ну, кроме двух задних, они у нас стреляют. Вот что такое запирание? Я только что видел, было написано запирание. Запирание чего? Возможности использовать навыки ему? Или что? Так, тихо, ребят, мы так можем с вами проиграть. Так, минус один. Так, тихо, не надо стрелять, пожалуйста, не надо там буянить. Задние ряды, успокойтесь, пожалуйста. Вам, как говорится, слова не давали. Эй, блин. Ай, как Камус хорошо свою молнию бомбанул. Я. Ну что, ребят, очень хорошо мы с вами поиграли сегодня. Мы, наверное, на этом остановимся, потому что это можно, мне кажется, вечно. Так, нам с вами нужно, ребятушки, заработать буквально еще один уровень, и мы с вами пойдем дальше продвигаться по сюжетке. Ну, а на этом, пожалуй, мы и будем с вами прощаться. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых, ребята, видосиков.